Здравствуйте, дорогие друзья! А сегодня мы будем с вами говорить об архитектурных растениях. Что же это такое? Хочу вам рассказать немножко об этом растении, которое я безумно люблю. Конечно, сейчас это не совсем то время, когда это растение ставлено с самой лучшей стороны. Русские названия его – волжанка. Или таволжник. Растение, видимо, получило за внешнее сходство с таволгой и за такую же любовь к влажной земле. Оно относится к архитектурным растениям. В ландшафтном дизайне есть такое понятие – архитектурное растение. Это, как правило, крупные эффектные деревья, кустарники или цветы, способные солировать в саду, обращать на себя внимание и удерживать его. Даже на большой территории архитектурных растений не бывает как много. Солисты подавляют друг друга. Требования к тем, кто на виду, следующие. Они должны быть хороши по всем статьям. Обладать декоративной листвой, красной формой куста, цветением, а если возможно, то и плодами. Им положено быть устойчивыми к болезням, вредителям, быстро восстанавливаться после сильных ветров и дождей и не терять декоративность в течение всего сезона. Если большой участок, могут украсить растения такие большие достаточно. Ну, например, даже ревень для невинной, тангутский, бузульник Отеллы, Дездемона с крупными листьями. И, кстати, не просто зеленой формы, а с пурпурной подкладкой. То по средним, по размеру участки, солировать могут Раджерси, бузульник Пржевальского, волжанки, пестролистные сорта мискантуса китайского. А в совсем маленьком саду настоящими гигантами окажутся крупные сорта хост, пина, фитолака. Крупные, быстро растущие растения с большими листьями, влаголюбивые. Многие из них достаточно теневыносливы. И практически все они предпочитают плодородную питательную почву.